метео и астропрогнозах расскажет вам Небесная канцелярия. И вас приветствует наш спонсор, новый косметологический центр «Лябель». 20 декабря, по данным Гесметео, в Северодвинске ночью ожидается минус 4 градуса. Днем столбик термометра покажет отметку минус 5. Пасмурно, небольшой снег. Ветер южно-юго-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет медленно падать и к вечеру составит 757 миллиметров ртутного столба. По словам астрологов, день связан с приливом жизненной энергии, появлением новых идей. Их вскоре удастся воплотить в жизнь. Вероятны многообещающие знакомства и интересные встречи. Также день благоприятен для общения и романтических свиданий. Быть при этом неотразимой поможет наш спонсор – новый косметологический центр «Лябель». «Лябель» – это красота, здоровье и уверенность в себе. «Лябель» ждет вас по адресу Первомайская, 50/19. Я с вами прощаюсь. По-прежнему желаю побольше улыбок и отличного дня. До свидания.